Энергоснабжение центральной части Махачкалы полностью восстановлено. Напомню, аварийное отключение трех линий, идущих от подстанции ЦПП, она находится в самой столице, произошло накануне вечером. В зону отключения попали социальные объекты и десятки абонентов. Однако в течение короткого времени все они были запитаны от резервных источников. Сами аварийно-восстановительные работы шли всю ночь в сложных погодных условиях. Для устранения повреждений были задействованы 4 бригады энергетиков и 6 единиц специальной техники. Мы вместе выехали, организовали обход. Значит, в результате выяснили, что федера 61, 62, 615 и 612 были отключены. Но причиной мы считаем, да, вот в результате анализа выяснили, да, вот это в первую очередь это устаревшие кабельные линии. Во-вторых, значит, большие нагрузки. Нагрузки выросли в разы. Контролировали ход восстановительных работ управляющий директор дагестанской сетевой компании совместно с администрацией города Махачкалы и Минтрансэнергосвязи республики. Они отмечали, изношенность городских сетей составляет 70%. В целом, в этой отрасли есть много нерешенных проблем, которые копились годами, и решить их можно только общими усилиями. На сегодняшний день все нагрузки мы, значит, сняли, аварийные восстановительные работы мы сделали. Проблемы города – это наши общие проблемы. У нас есть, значит, соглашение главы города Махачкалы Муса Асхабалевича. Взаимосвязь на все аварии совместно мы выезжаем, значит, и устраняем. То есть обеспечиваем 100% электроэнергию города Махачкалы.